Итак, привет, друзья! Сегодня мы с вами будем дальше выполнять стопроцентную статистику. На этот раз у нас будет категория хобби и развлечения. И сегодня я решил поехать поиграть в дартс. И так как я тут посмотрел статистику, что за Франклина наиграл часов 18, за Майкла 15, а за Тревора всего 11, поэтому я решил, почему бы Тревору не поиграть в дартс. И если мы проиграем, можно будет всех просто там убить. Да нет, это же я, конечно, шучу. Все-таки Тревор у нас немножечко законопослушный гражданин. Ну да ладно. Вот, и давайте проверим, что за дартс. Мы тут, кстати, с вами были. Ага. Да, мы тут уже с вами были, и я не играл здесь 100% вообще. Пошли отсюда вон. Чтобы сыграть в дартс, нажмите Е. Бросайте дротики в секторы. Ну, я знаю как. Я знаю как. Прицеливание, бросок. Ага. Один раз за раунд дрожание прицела можно ненадолго снизить. Я знаю, у меня дома висел, наверное, год дартс с магнитными этими дротиками. Ну, безопасный дартс, так скажем. И я все это знаю. Видите, яблочко дает 50 очков, а двадцатка с утраиванием дает 60, так что лучше подать туда. Тревор и Марлен. Легов, сетов. Да без разницы. О, щит. Точно бросал? Так. Чтобы ускорить перемещение прицела, удержите. Stop showing off. То есть я выиграл, да, пока что? Ну тут кто больше 300... Кто быстрее типа 301 наберет, ведь, да? Видимо, да. Так, ну давайте. Так, 60 очков. Ну давайте попробуем в 19 на 3 кинуть. Есть. Провалом считается обнуление, если игрок попал не в дабл. Провалив. Провал замедляет ход. Завершает ход. Так, ладно. Я так понял, нужно брать 68. Нужно брать как-то сейчас 68 очков. Ладно, давайте сделаем так. Осталось 8 очков набрать. И давайте восьмерочку. Но не даблом? Лол. Ну ладно. Сопернику осталось 8 очков набрать. Так, блин. Ладно. 20. Осталось 8. Так, даблом, да? Получается, надо в четверочку попасть. Фак. Не попало. Так, ладно. Я победил? Сделано бросков 12, попадание в яблочко 0, 180 0, выиграны игры одна из одной. Да, спасибо за игру. Мне в хобби развлечения это засчиталось или нет? Давайте смотреть. Ой, куда я полетел? Да, 28 из 42. Ну, давайте посмотрим. Может быть, нам открылся еще дартс? Ну, где-нибудь в другом месте, может быть. Ну ладно, давайте реально смотреть.
Дартс. Нет? Все. Ну что, друзья, вот такое вот у нас сегодня с вами было хобби и развлечения. Мы с вами получили еще один поинт к прохождению игры на 100%. Еще раз вам покажу. Самое хреновое, это, наверное, все-таки выполнять случайные события. Ну, помните, когда вот во время прохождения я гонял там, да? Там у кого-то кошелек украли, кого-то подвести надо было, вот. И теперь, как только я такое вижу, мне приходится сразу же кидаться туда, чтобы это выполнить. Ладно, друзья, мы еще сегодня с вами увидимся. С вами был Спектр. Зайдите в GTA, поиграйте в дартс, это довольно классно. Выберите сет подлиннее и, соответственно, берите Тревора. Yeah.